Пожалуйста, нам нужно уплыть. Абуэла, ну зачем мне бейсбольные карточки? Ты не знаешь, сколько они стоят? Пропусти нас! Ая! Мерда! Марко, ты все заводишь друзей? Опаздываешь, Дани. Где Алехо? Он отказался от билета. Отдал семье. Брехня! Алехо – сирота! Алехо уже никуда не поплывет. Марко, пропусти их. Vamos. Молодец. Gracias. Эй, какого черта? Пустите нас! Gracias. Да не за что, Чамако. Вот. Все, что у меня есть. Но так нельзя, Дани. Нам нужно сражаться, а не бежать к Янке. Алехо сделал тебе подарок, Лита. Мы выживем. Как в приюте, как в академии. Что это? Прошу, нет, это рыбацкое судно. Дьез мио, До того, как стать эль-пресиденте, ми папа рыбачил. На суденышке, типа такого. Мы с ним ловили рыбу, а потом отпускали. Он говорил, наша цель — не набить брюхо, михо. Наша цель — испытать себя. Но порой он ловил больших таких марлинов. Ха-ха, гордость не позволяла ему отпустить их. Больной тирану! Ты отравил Яру и ум своего сына! Сегодня я поймал очень большую рыбу. Правда, Диего? Диего! Охренеть! Я поймал тебя, Михо. Пора возвращаться домой. Я устал от этого, папа. Но выбора нет. Пощади их. Пусть они делают вивира. Правда или ложь? Правда. Они могли бы работать. Помогать нам возрождать рай. Но если бы ты не хотел их смерти, то никогда не сел бы на этот корабль. Всего 13. А Диего уже так заботится о своем народе. Этих рыбок мы с тобой отпустим.